И вот Генри у нас оказался совершенно в другом месте. Товарищи, что это? Это же метро. Генри, просыпайся. Нефиг спать. А то замерзнешь. Итак, теперь мы можем играть за Генри с видом от третьего лица, а не от первого, как было до этого. Но, как мы видим, у Генри довольно странная походка. И кто же там вдали? Это какая-то девушка, может быть, нам удастся ее ухватить за задницу? Как вы думаете? What's your name? Да я тебя должен спросить, кто ты. Почему ты одета как шлюха? Henry. And you? This is my dream, and you don't even know my name. It's Cynthia. Какого хрена? Это мой сон. That's right. This is just a dream. And a really terrible one, too. I hope I wake up soon. So you think this is a dream, huh? Well, if it's not a dream, what is it? Anyway, I want to get out of here, but I can't find the exit. Say, will you help me find it? I'm kind of scared all alone. I'll do a special favor for you later. It's just a dream, so I might as well have some fun. Какое нахрен одолжение? Где хоть презервативы есть, одолжение она мне собралась делать. Пошла вон отсюда. Ненавижу. Ну, Генри, в принципе, я чувствую, он не против. Пора развлечься, и как он подрапал искать выход. Давай, Генри, давай. Топи. Wait a minute. Что случилось теперь? I think I'm gonna puke. Блин, мы 5 минут поговорили, ты уже беременна, что ли? Какого хрена? Пипец, еще и рожать пошла. Ну, жесть. Прошло 20 лет. Что вы врете, не прошло 20 лет, говорит нам Генри. Тут приоткрывается дверь в туалете в мужском. И что же? Собаки! Причем одна собака, а за ней выходит еще две, которые не прочь пососать. В прямом смысле этого слова. Но самое главное, что нам нужно знать о игре Silent Hill 4 The Room, это то, что все монстры в игре Уолтера Салливана. И первый монстр это собаки. Собаки, вывернутые наизнанку, можно так сказать, либо собранные из каких-то кусков гниющей плоти или что-то такое. Языки у них больше смахивают на какие-то ножи или какие-то навостренные пуповины. Это все связано, опять же, с извращенной фантазией нашего маньяка-убийцы. Блин, Генри, кто тебя попросил заходить? В женский туалет, тем более. Тебя мама не учила, что невежливо заходить в женский туалет?
Ну, это как минимум хотя бы. Ладно, выйдем обратно. И нужно убежать от них подальше, потому что не хочу опять заходить в женский туалет. Получай. Иди сюда. Великий Генри, гопник с трубой. Великий виртуоз. Да. Пес умер. Да здравствует пес. Теперь мы возвращаемся в женский туалет. Мы что-то там не увидели Синтию. Да там свалило, видимо. Интересно, что это за дар? Ну давайте вернемся. Я думаю, она вернет нас обратно в комнату. Кстати, эти дыры мне напомнили о дырах из Silent Hill 2. Помните, да? Тоже там была дыра. Здесь была дыра, теперь ее нет. Бла-бла-бла. Тоже там Джеймс прыгал по дырам всю игру. Поэтому, возможно, это тоже как-то связано с Silent Hill 2. That's just stupid. What am I thinking?